Те из вас, кто были на предыдущей презентации в Хошимине, знают, что я отвечаю в этом проекте за разработку игры X-Game. Но сейчас я бы хотел остановиться на другом продукте H-Hack, про который рассказывал нам Elmantas, и немножко показать, как это будет выглядеть. Я покажу реальное приложение, в котором вы будете все работать и выполнять те действия и получать ту информацию, о которой говорил Elmantas. Основная идея у нас сводится к тому, что мы хотим получать как можно больше информации о каждом из вас. Далее мы будем передавать эту информацию в блок аналитики и на выходе будем получать рекомендации. Чем больше мы будем получать информацию о каждом из вас, это может быть информация о том, как много вы ходите, какие продукты питания вы кушаете, анализы вашей крови, тем эффективнее будет работать наша система аналитики. На данной схеме видно, что аналитика состоит из отдельных блоков. За каждый из этих блоков будет отвечать отдельный специалист, как раз из той команды ученых, о которых говорил Elmantas. Задача каждого из них будет получить информацию на входе, проанализировать ее и сделать какие-то выводы относительно вашего здоровья, как вы кушаете, какое у вас состояние крови и так далее. Но самое главное – это возможность для вас получать токены за то, что вы предоставляете информацию, и в дальнейшем получать токены за то, что вы выполняете рекомендации нашей системы. Мы столкнулись с тем, что очень сложно предоставлять информацию о себе, поэтому мы пытались упростить этот этап. Поэтому мы создали ассистента, с которым вы будете общаться, которому вы будете передавать информацию, который будет спрашивать у вас и предоставлять рекомендации. Собственно, вы здесь можете увидеть, как он выглядит. Здесь показан один из этапов, когда наш ассистент спрашивает, какого вы возраста, ваш пол, рост и вес. И уже на основании этой информации мы можем сделать первые рекомендации. Но, как я говорил, чем больше информации мы получаем от вас, тем лучше рекомендации мы можем предоставить. Поэтому мы начинаем использовать гаджеты и начинаем использовать различные приложения на ваших телефонах. И за предоставление этой информации, как вы видите, мы будем предоставлять токены. На этом экране показано, как будут выглядеть уже рекомендации и непосредственно ваш баланс токенов, информация о пользователе, сравнение его с другими, первая рекомендация, которую мы предлагаем вам, и дополнительная информация. Также очень важно, что мы вводим элемент интерактивности игры в наш проект. По мере выполнения рекомендаций, которые предлагает наш ассистент, вы будете получать значки, баджи и награды. Вся эта информация будет отображаться на странице вашего профиля. Информация, токены, ваши награды, информация о том, какие гаджеты и приложения подключены. Но помимо того, как заработать токены, предоставляя нам информацию, очень важно понять, как мы можем потратить эти токены. Поэтому представляем вам целую вселенную приложений внутри H-Hack. То, что мы видели сейчас, это отдел, который касается аналитики и сбора данных о пользователе. Но, как говорил Elmantas, у нас есть большое число продуктов, питания, косметических продуктов и так далее, которые может советовать наш ассистент. И все их можно будет приобрести прямо здесь, не выходя из приложения, через магазин. Собственно, потратив те токены, которые вы заработали, предоставляя информацию и выполняя рекомендации нашего приложения. Здесь же можно будет потратить токены на то, чтобы проконсультироваться с врачами и учеными, которые будут находиться в нашей платформе. Увидеть информацию о том, какие мы награды получили, и сравнить себя с другими участниками нашего проекта. И очень важно понимать, как этот проект будет встраиваться во всю экосистему Криптора. К примеру, мы будем использовать технологию Прувера для подтверждения отправленной информации, что она действительно является актуальной и настоящей. Отдельное направление в этом приложении будет касаться проведения ДНК-тестов. И, как вы помните, основное мое направление – это игра. Это создание существ, генетическое их развитие. И, получив от вас информацию о вашем генетическом тесте, мы можем создать уникальное существо, которое будет полностью вашим аналогом в нашей игре. И также по мере появления новых проектов внутри вселенной Криптора мы будем их внедрять и усилять взаимодействие. Первые решения касательно этого приложения, они также будут представлены уже в этом году. Вся наша команда очень тесно и плотно работает над развитием этого проекта. Спасибо.